Это улица Николаевская в селе Супсех. Во время проливных дождей сюда с гор спускается вода, в ямах образуются глубокие лужи. Преодолевать путь по такой дороге сложно даже на автомобилях, не говоря уже о пеших прогулках. Эта дорога была практически за 5 лет отсыпана. И была она, более-менее, так скажем, до качества. Потом, когда газовики здесь проложили эту огромную трубу, очень похабно все сделали. Сейчас я вижу, что молодцы, администрация взялась за дорогу, отсыпет. Только будем благодарны. Жалобы селян на плохое состояние дорог были услышаны. Городская администрация приняла решение отсыпать дорогу заново. По плану работы должны были начаться сегодня, и несмотря на проливной дождь, они состоялись. Большие грузы со щебнем завезли материал в полном объеме для восстановления проезжей части. Все работы на контроле у сельского главы. Главой города Сергеем Павловичем Сергеевым было принято решение выделить сюда щебень и отсыпать, отгридировать эту улицу. Всего за 2 недели мы сюда завезли более 200 кубометров щебня. На следующей неделе мы планируем пустить сюда грейдер для того, чтобы распланировать этот щебень и отгридировать дорогу. Соответственно, дорога будет более лучшего качества и не будет такой воды. Ремонт сельских дорог – одна из приоритетных задач администрации Супсехского округа. Совсем недавно здесь была отсыпана улица Северная. На очереди еще 3 – Садовая, Горная и переулок Южный.